А сейчас есть звук? О, отлично, все. Разобрались. Как слышно? Как видно? Марат, привет. Моднейший, сейчас начнем. Видно тоже хорошо. Отлично. Переключаем. Так, начнем мы сегодня. Сейчас. Вот такая вот у нас планшет с камнями. Это все я буду строить. Сейчас мы выстроим одно кольцо под вот такие вот круглые камни. Диаметры разные, но мы построим пока одно, и я потом буду его скалировать и подгонять под под камни, каждое кольцо. Сейчас вот будет вот такая модель примерно. Ну и начнем. Я думаю. Так, я чат тут закрыл, да, своим лицом. Так, вроде звук есть. Все в порядке. Размер у нас будет 17,8. Начну я строить в сплайнах, скорее всего. Так, камень в среднем. Нам надо, необходимо посмотреть, какой в среднем будет диаметр. 4,8. 4,8, 4,5, 2,6, 4,5, 4,8, 4,8, 4,5, 4,5, 4,2, 4,3, 4,5, 5,1, самый крупный. И получается, строим под 4,5. Сделаю, чтобы видеть. Марат, ты у нас пока один, да? Что мы делаем? Мы берем и перестраиваем эту окружность на точек 12. Так. Можно даже больше. Давайте возьмем 16. И у нас сейчас здесь 16 точек. Открываем тесплайны. Ctrl пробел. Я не все, наверное, буду озвучивать, потому что... Так будет очень неудобно. Подтянется.
переворачиваем, меняем слой, назначаем симметрию, discovered, актуальная нас интересует, face, все, есть. Теперь берем и удаляем этот face. Камень у нас 4,5 в среднем. Ну, пускай будет 4,6. Для начала построим каст. Я бы еще добавил. Так, я пропустил, извини, отвлекся, замоделил, да, давай, интересные кольца. Наверное, тоже. О, Роман. Привет. Все в порядке, понемногу. Моделим. Андрей, привет. Еще раз привет, Андрей. Дальше будем смотреть. Надо. Лето отдыхали. Я целый год просто от этого отдыхал. Я же перебрался в Москву, кто не знал. А, вот. И пока тут обустраивался, и одно другое. Как-то не до стримов было. А, получиться должно. Ну, сейчас покажу. Вот такое простое кольцо. Мне его там под 5 диаметров необходимо будет сделать. Но сейчас так, быстрый стрим. Проверил, что все работает. Вот, вначале не понял, почему звука не было, но разобрался в конце. Mm-hmm.
такая монотонная работа, которая... Я думаю, это будет быстро. Ну, максимум час я на это планирую потратить. На один диаметр. Так, середина нам не нужна, это, эти поверхности удаляем. Здесь можно сделать филеты на 0,2. Вот так, здесь полезет, не полезет филет, не знаю. Нет, не лезет. Ну, давай 1,5. Не 2, так 1,5. И 1,5 не лезет, ну... Ноль один. Окей. Марат, заказов хватает, я не все успеваю сделать. Иногда заказчики негодуют. Роман, вот гараж-шопером я сейчас не пользуюсь вообще. Может быть, это как-то там... Ну, я не думаю, что это быстрее в гараж-шопере сделать одно кольцо, но... Мне быстрее так отстроить. Потом поправить размеры. Я пока не хочу с ним заморачиваться. Ну, возможно, когда-то придется. Так, берем тест-плайны и начинаем делать шинку. Я бы еще вот здесь удалил и начал растаскивать на две, на двойную. Так, оу, оу, ноу. Да что это такое? Что-то хочется такое, просили, аккуратное, изящное, меньше металла. Что значит одно, конечно же, невыгодно. Пять быстрее или 25? Так, ты про что? Про прогресс? То есть там 5 колец быстрее сделать или... Ну, с размерным рядом, я думаю, да, конечно, это грасс. Так, здесь форму еще. Дальше. Просто продумаем пока топологии. Ну что тут ее продумывать? Она уже давно такая, какая есть. Ну да, у тебя как дело с гроссчопером? Гроссхоппер, как правильно, не помню. Ты его изучил? Ну, там тоже целая вселенная, наверное. Алгоритмов много. Точнее, нодов. Нод. Нодов. Нодов много.
Но теперь мне не нравится, что у меня каст низко, наверное. Или я зря это все сейчас сделал. Я бы откатился назад. Вообще назад, да. Вот, вот так. И отсюда бы вытаскивал. Да. Да, размерный ряд, конечно, проще бы было сделать в Grassy, но пока не владею. Так, пользуешься почти каждый проект. Отлично. Ну, значит, освоил. Так, смотри, вот сделай себе кнопку и пропиши там это. Сейчас попробуем. А, delete tangents и handles. Да. Вот. В Rhino здесь есть вкладка Test Spline, и здесь есть Tangents и Handles, которые очищают, да, их. Я понимаю, про что ты говоришь, да. Но здесь мне уже привычнее. Они уходят тогда, когда мы придаем форму уже. И они нас потом не волнуют практически. Так. Ну вот, основная форма, наверное, готова. Я бы еще дальше отвел. Select Tangents Handles. Сейчас помню, как кнопка еще делается, слушай. Кто бы подсказал? Я не помню, как кнопку делать. Роман, напомни, где делать. Ну, правая кнопка мыши по панели. А, так. Нету бар. А, вот. Сейчас было что-то. New tab. New button. Так, и здесь мы прописываем текст. Команда. Окей. Где кнопка? Все пропало. Кнопки нету. А.
невидимая кнопка. А, вот, все нормально. Работает. Ну, невидимая, но работает. Невидимая кнопка, это же просто читерство. Так. А, иконку не выбрал. Ну, да, разберемся тогда сейчас. Теперь. Может быть, я как-то это всрато делаю, честно говоря, но я всегда делаю это так. Назначаю симметрию. Копирую. Хотя зря я сейчас симметрию назначаю, потому что я хочу сейчас форму задать. А мне для этого нужен cageEdit, а cageEdit ломает, boxEdit, ломает всю, всю историю, всю симметрию. Так, попробуем. Вот, и он сломал. То есть он просто в меш превратилась, и все. По сути, что и произошло. Ссылку на ВК перейди в YouTube, в мой профиль на YouTube, и там ты увидишь ссылку на ВК. Ну да, такой. А, теперь добавить Excel. Есть. Так, это нам не нужно. Мышь удаляем. Здесь я удаляю вот эти ребра, точнее эти фейсы. Они мне сейчас не нужны. Потом, что я еще здесь? А, у меня симметрия еще нужна одна. Discovered Axial Face. Попробуем, должна так сработать. Так, так. Нет, не работает. Угу. Вечер добрый, Полина. Полина, привет, рад тебя видеть, читать. Хотя, может быть, здесь оставим, а здесь удалим. Теперь мне нужен... Это touch. Включаем движение по нормалям и выдвигаем его. Здесь добавляем лупы. Ч
час. Ну, кстати, хотел поговорить. Если вы знаете, что работа может сделана за, там, не знаю, минут 15, но по факту это изделие может стоить, ну, там, 1000 рублей. Кто как? Вот. Лучше сразу отправить или подождать, а потом отправить? Кто как считает? Чтобы у человека не возникало, типа, как ты так быстро это все сделал? Потому что были такие случаи, когда ты быстро делаешь, а потом человек удивляется, почему такая стоимость. О, Кирюха, привет. Кириллыч, привет. Что у нас? Да тут в канале я шинку делаю 1.5 часа. Так, Discovered Axel не надо нам. Угу. Что-то я не то нажал. Добавить Axel. Почему 0 я ввожу? Ладно. Еще сшивать надо. Отлично. Не, давайте не так, давайте попробуем, чтобы она сама сшилась. Выставляем все точки по оси X. Так, теперь идем симметрия, добавить аксел, ну и бам, есть. И включаем, где у нас каст? Вот он. Ну, у тебя какая минимальная цена, Роман, интересно? Да, Марат, иногда лучше подождать. Да, в сплайнах можно залипнуть. Это точно. Блин, ну все практически готово. Осталось поставить крапана и упаковать. О, картинка съехала. Ну вот да, 1200. Ну, наверное. Раньше просто это было 500 рублей, наверное. Вот у Кирилла рубль минимум. Да. Текст выдавить буквы 250 рублей. Ну, так вообще по-божески. Да. Вот, если есть... А есть такое изделие, где вроде
ты понимаешь, что это текст, и его просто выдавить, но чтобы его просто выдавить, оно должно быть толщины определенной. И в техническом задании, как правило, приходится корректировать толщины шрифта, и это занимает очень много времени. Тогда это, ну, вообще далеко не 250 рублей. И каждую букву ты сам сидишь и редактируешь. Ну, такое. Такое тоже бывает. Так, меня просили сделать крапан, ну, 0.9. Так что 0.9 максимум. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Нормально. Я думаю, нормально. Кстати, вот кто как делает крапана? Чтобы они прям заходили на камень? Либо чтобы камень садился и крапан не касается рундиста. Я всегда делаю, чтобы он немного заходил, но кто-то... Некоторые ювелиры ругаются, что камень не садится, ну как так, мне приходится садиться там посадочным бором. Ну такое тоже мелочь. Так... Ну вот Полина тоже меньше 1200, пару лет уже не брала. Нормально так. Да, потом скажешь, больше цена сразу начинает, это чуток дорого. Вот Кирилл. Да, Кирилл за 250 не полезет. Ну, Кирилла просто уже авторитет, наверное. Такой. Ну и заказчиков. Уже, я думаю, хватает, чтобы не заморачиваться. Ну, я думаю, у тебя, Роман, конечно, но не знаю. Всех. Я тоже, наверное, ну, меньше 1000 уже не беру. Зря я крапан срезал снизу. Ну вот, да. Лучше ювелир бором пройдет, чем будет там болтаться. Бором все равно проходить нужно будет. Да, вот. В телеге есть такие ребята, которые берут за заказ минимум 2-3 тысячи рублей. Иногда косты Матрикса, вот в чем фишка, там, не знаю, надо танцевать с бубном, чтобы выстроить его как полагается. Проще вручную, по-моему, сделать каст, чем использовать Матрикс, каст из Матрикса. Он будет и эстетичней как-то, ну... Здесь я могу, в принципе, сделать то же самое, но немного по-другому. Иногда, да, бывает, что-то используешь. Например, крапана можно было, да, сделать там, но... Так...
Так, где стрим еще идет? Не всю писанину вижу. Ну, на экране, смотри, там с Ютуба, да, есть. Ютуб и ВК, все, больше стрим нигде не идет. Ну, Роман, понял. Спасибо. Ну, посмотрю, конечно. Ну, сейчас. Момент. А, так. Ну вот такие вещи могут стоить 350 рублей от Романа. Ну, да, наверное. Если шрифт дорабатывать не приходится, то... Так, крапана не мелкий вышел. Тут просьба заказчика... 0,9 миллиметра, самый край. Хотя под 4,5, 0,9 крапан, я думаю, это отлично. Не тонко. Надо проверить 0,9 здесь или меньше. Ну, так он мне вообще показывает миллиметр почему-то. Да, вот 0,9. 0,9 крапан. Это можно уже сохраниться и подправить его и сделать рендер. И показать клиенту. Сейчас я сохраняюсь. Так, диаметр написать, чтобы потом 4,6 мы делали, да? Миллиметра. Сохранили. Теперь берем крапан и включаем бокс. Просто опускаем крапан. Соберем. О, не туда. Я бы им еще формы дал немного. Не такой прям строгой, чтобы немного развалить их. Как-то так, может быть. Вот, Роман, как правило, с такими надписями я встречаюсь постоянно. Ну, то есть подвески имена, да? Но всегда ты подбираешь шрифт. Это, ну, полчаса времени. Можно подбирать просто шрифт. Потом ты выбрал шрифт и вгоняешь его в размер, ну, а там толщины, возможно, не, ну, получается 0,5 какие-нибудь, 0,6, и ты с ними не можешь уже работать. Ну, конечно, можешь, но эту подвеску ее по итогу согнут. И для этого я прорабатываю шрифт практически каждый, чтобы не было толщин меньше 0,6. И это занимает, ну, еще там, минут 30. И в совокупности час уже работы. И брать 300
50 рублей за там час работы я, наверное, не могу сейчас, потому что ну, есть ряд причин, по которым это невозможно делать за такие деньги. Смотря для чего, опять же, есть разные размеры, и можно любой шрифт, вот захотел клиент такой именно шрифт, а он тонкий, и ты его будешь корректировать, ну не 15 минут точно. Так что пройденная тема, знаем мы больше с... Позволяю брать следы, так. Я начинаю делать рендер. Так, будет золото. Белое золото. Так, камень брюл. По-моему, я уже назначил. Ну вот, 20 баксов в час, но это нормально, это стандартно. Ну и с Маратом тоже можно согласиться, и Роман по-своему прав, но... Уже 250, наверное, это мало. За такую подвеску. Так, здесь я меняю. Так, что? Что мы меняем? Мы меняем environment на color. Так, и чекаем. А, фигня. Так. Все раз назначаем. А. Здесь у нас слетела текстура. Заходим. Нет. Environment. Пускай будет какая-нибудь такая. Ну-ка посмотрим, что получится. Не, давайте студию возьмем какую-нибудь лучше. Все, работа окончена, завтра едем в Крым. Отлично. Кирилл, поздравляю тебя. Отдохнешь. Так, опять не то. Ну что ж.
Что же это такое-то? И каждый раз вот неудобно сделано, что каждый раз приходится... Так, еще не то. Подбираю карту окружения. О, пойдет. Пересвет. Да, вот у меня недавно было такое, что надо было одному клиенту, причем уже, как ты говоришь, объезженный, но есть такой заказчик, который давно уже год с ним работал, и делал ему файл один, и вот он захотел из того файла, что был полгода назад, достать швензы, и, ну, причем швензы там такие, как с пружиной, непростые. Интересные. Но... И все. Я попросил, ну, с него за это 1000. Я просто откорректировал ее там и поставил в рост. Но я же не считаю, что это с начала работы было. Ну, 1000, я считаю, это вменяемая цена за готовый объезженный файл. Делаем рендеры. Да, я не знаю. 50, ну... Все, давайте уже не оценят меня. То как, то с кем работает. Я вот с америкосом работаю, и там, ну, меньше 20 баксов реально ценник, ну, не может быть. Если ты по часам работаешь, ну, сколько там центов надо взять, чтобы отбить. Нормально, я привык уже, что меньше там 20 баксов ничего не стоит уже. И все. Даже вот это имя сделать, ну, 20 баксов я прошу. То иногда мне говорят, что типа, чувак, это мало, и он мне накидывает просто еще $10 сверху, например. Такое тоже бывает в некоторых заказах. Работа ценится на Западе. Вот я сейчас это кольцо презентую, и если оно будет одобрено, то из него я буду делать колец так 5 или 6 штук. Так, подождите, а где у меня тесплайны? Почему? А, я их спрятал. Все, есть. Нормально. Просто думал, что у меня исходников нет. Один точка семь. Так.
какая-то штука тут мешается. Так, диаметр 4,5. 4,6 сейчас. Так, возьмем куда-нибудь отсюда. 4,55, ладно. Там такой. Ну, можно еще вот этот размер поставить. Так, сейчас я ищу чат у меня вот здесь. Марат, а ты про кого сейчас? Кто куда пропал? Да, Марат, это, наверное, про меня, но да, извини, я год вообще, я переезжал, работал на предприятии, на одного человека, вот, и все это было в Москве, и как-то я, не знаю, уже не мог, наверное, делать стримы в таком объеме. Вот сейчас я пришел на работу из дома уже месяца три, наверное, и сейчас можно позаниматься стримами, потому что для стримов, ну, необходима подготовка. Музыка пропала, да? Ну вот, у меня по сути все готово. Да, Полин, я сейчас в Москве. А, ну это Роману был вопрос, я на него ответил, да. Вот, Роман говорит, тоже скоро будет стримы делать, отлично. Нормальный, Кирилл, нормально. Вот с америкосами как-то интереснее, да? Так, какую гитару не видно? Кто Алексей? Вот, Роман, я бы посмотрел с удовольствием, как ты используешь Grass в своей работе. Мне очень интересно. Я вот пока... Я давно его, года три назад, открывал, ковырялся там, пытался параметрические вот эти все вещи делать. Но потом подзабросил. Ну да, я же гитарист. Все, на сегодня, я думаю, хватит. Сколько мы времени сейчас онлайн были? Час, ну вот как раз час получилось. Все, ребята, спасибо всем, кто посмотрел. Или, может, останемся, еще пообщаемся. Я, может быть, за чаем схожу, и можно еще потрындить. Кто как? Расход или еще здесь?
Так, ну и вот обычно сейчас покажу, как я отправляю заказчику работу. О, почему-то у меня вида сверху нет. Сейчас. Где? Не сохранил ли. Давай еще колечко. Ну, наверное, не знаю, в другой раз уже, не сегодня. Почему-то спина отваливается, неудобный стул. Вот спина, это вообще просто в нашей профессии, конечно, надо ей заниматься. Так, это мы сохраняем под вторым. Теперь собираем. Вот, у меня получается 4 скриншота, ну, 4 рендера и с размерами. Вот этот еще один. Я именую их так. 1, 4. И вот они у меня, все 4 штуки есть. И вот таким образом я отправляю кольцо. Марат, я не Алексей, я Александр, наверное. Ну, то, что Александр, я точно. Поначалу, конечно, сложно было. Я могу показать, какие мы с Кириллом были молодцы в самом начале своего пути. У меня есть один лев. Так. Сейчас покажу фотографии. Сейчас я на втором мониторе пока. Сложно было, но со временем привыкаешь ко всему. Главное, чтобы постоянная работа была. Вот, сейчас я втащу это сюда. Вот это первое, наверное, то, что я сделал в ZBrush. Вот. Потом... вот Кирилл отправил своего, тоже по тутору делал. Это Кирилл Хаурманов, такой вот лепил когда-то. Но потом, со временем, я не знаю, это же уже спустя года 3, наверное, что-то такое вот делал. Всякого разного было. Марат, а ты откуда? Пойду я чай сделаю.
Марат, прости. Да, скорее всего, я тебя помню, просто надо зайти в сообщение, посмотреть. И все, я вспомню обязательно. Я могу так затупить. Сейчас посмотрим. Не, я подумал, наверное, сегодня надо заканчивать стрим, потому что уже все, силы меня покидают на сегодня. Еще у меня есть такое полипуха, сейчас покажу. Это в Америку как раз делаю, вот я блокап накидал пока. Надо делать будет такое. Сан-Симон, какой-то винодел, наверное, бывший. Изображение качественное не найти с ним. И вот такая история. Да, Кирилл динозавр, конечно. Марат, я посмотрел, да, мы что-то переписывались с тобой, и я вот только что посмотрел. Да, ты что-то писал. Да, я помню изделия, которые ты мне отправлял. Ладно, ребята. Да, и мы, кстати, получили одобрение от клиентов по итогу. Отлично. Все, всем спасибо, кто был. Все красавцы, все пишут, все молодцы, просто не ленятся. Круто, круто, ура, ура. Спасибо еще раз. До следующих встреч. Я думаю, они будут скоро. Сейчас я раздуплился с ОБС совсем, и я думаю, не буду затягивать. Есть много заказов, и надо только выходить и делать. Все, на связи.